Віктор, скажи слово. Це наші браття і сестри упаковують ріс, продукти, завтра будемо роздавати. Віктор, Вова, Давид. Моя робота сама тяжела. Да, смотрите, смотрите, как я потом буду своим детям косички заказывать. Саня. Саня, зацени, как я своим детям буду косички заказывать. Хопа, голову берешь, крутишь, косичка остается в руке. Хопа, ты завязал, ты только что испортил Виктору все видео, оно сейчас никому не покажет. Резинку.